沉积了，越来越黑，这说明栓塞的效果就越好。Ага, вот здесь видно, как раз как лекарство собирается в опухоли. Это не же холивана. Ети. Юсиле тоже. Да, пиканты же конфеты. Вот здесь как раз находится опухоль. И видно, что это место будет чем дальше, тем более темным. 在 CT 下它是变成是白色的，不是黑色的。Потом на КТ будет видно, этот участок будет прям вот ярким таким световым пятном смотреться. Это значит, что эмболизация прошла успешно. 给两三次。Вот так потихоньку по сосудам и проводится лекарство.